Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня у нас интересный эксперимент вот с этим замечательным комплексом мини-системы Panasonic SAPM71SD с возможностью чтения CD-карты. И проведем сегодня эксперимент очень интересный. Запишем с диска. Вот возьмем диск. Вот такой вот в формате MP3. Запишем на карту памяти. Сюда вот на эту карту. И запишем на кассету. Вот такая формата кассета, ТДК. И потом сравним запись. 1 гигабайт максимум. Ну, старая модель, сами понимаете, 2005 год. В те времена это было круто, 1 гигабайт. Ну, такой эксперимент проведем. Включим сейчас запись на CD-карту, а потом запишем кассету. И потом воспроизведем все это дело. Ну, вперед. Сейчас попробуем. Видите, сейчас все работает, CD-диски работают. Смотрите, кого заинтересует, как отремонтировать CD-чейнджер в предыдущих роликах.
вот сейчас прослушали замечательную композицию замечательной группы Iron Maiden. И сейчас мы посмотрим, что у нас записалось на CD-карту. Включаем. Теперь включаю тайп. Играет кассета. А сейчас мы поставим диск. Дорогие мои, сами все слышали, да, играла и SD-карта, и кассета, запись на кассету, и на SD-карту. Запись была в формате MP3 с диска. Сравнили, да, лучше всего, наверное, с диска, потом SD-карта, потом, наверное, кассета, да. Ну, что следовало ожидать, но замечу, что SD-карта отлично сигнал записывает, хотя и всего-то 128 килобит. Скорость XP 128 килобит в секунду. Вот такая маленькая микросистемка, вполне подходит для прослушивания. К сожалению, вот во время борьбы форматов, ну, у кого-то есть такие комплексы, спрашивают, как же, например, на обычном компьютере, например, записать сюда на флешку на файлы или там как на другом устройстве читать. К сожалению, это проблематично, потому что здесь пишется в формате AAC. Это такой формат современный музыка. Он обычно в смартфонах присутствует, в диктофонах современных есть такой формат. Но, к сожалению, там есть еще защита от перезаписи, поэтому потребуется специальная программа, панасониковская, Jukebox называется. Ну и тогда вместе с ней можете записывать, класть любые композиции. В принципе, и с помощью этой программы можно сюда закачать что-нибудь. А так нет, не получится ничего. Вот такая вот у меня сегодня небольшой обзорчик этой системки. Спасибо за внимание. До свидания.